Ну что, ребят, всем привет, с вами Вархаммер. Что же, Лига ПКТ, F1, снова у нас на канале. Давно не выходило роликов, по крайней мере, не было обзора на Францию, которая была на позапрошлой неделе. Вот, если коротко говоря, то во Франции стратегия двух пистопов себя особо не оправдала. Вот, плюс под конец файт был. Ну, короче, я мог приезжать на подиум, плюс во Франции заработал первый свой pole position. Потому что у нас лидер чемпионата не квалифицировался, так как он уже выиграл к тому моменту чемпионский титул. Вот Франция, ну, могла быть удачная, но стратегия в один пит-стоп, честно, я не особо хотел делать, потому что, ну, резина там просто у меня не выдерживала. Ладно, теперь перейдем к Бразилии. Что же у нас было в Бразилии? Квалификация. Первая попытка была крайне плохая, время было минута 7,4, что очень и очень плохо, даже для меня. Вот, у меня получалось спокойно выходить из 7. То есть, соответственно, я в этой квалификации планировал это сделать. Во второй попытке я очень интересно получил инвалидацию круга, просто заехав на выход из питлейна, то есть заехал за эту белую линию. Честно, впервые я ловлю подобный инвалидейшн, потому что, если вспомнить, то во Франции тот же самый выезд из питлейна, то есть та же самая полоса идет, но при этом по ней идет траектория, и при этом ты не ловишь там инвалидацию. Хотя тут тоже как бы полотно и как бы до края трассы еще далеко, но при этом игра все равно засчитывает то, что ты превысил как раз таки лимиты трассы. Ну что же, третья попытка, в принципе неплохо, 4 десятки я скинул, но я знал то, что я могу еще найти там 1, 2, а то и 3 десятки с круга, если я прям все пройду очень хорошо, так как, ну, мне надо просто постараться сделать. Поэтому на четвертой попытке я это и рассчитывал сделать. Первый поворот хожу не очень, конечно, хорошо, проигрываю 1 десятку. Ну и тут еще и вылетаю уже на выходе из второго поворота и ловлю, к сожалению, владацию, и по итогу 7-я стартовая позиция. Обидно, печально, досадно. Ладно, будем прорываться в гонке. Что же, гасну красные огни, я срываюсь неплохо с места, сразу же навязываю борьбу снежку до первого поворота. Смог с ним поравняться, пытаюсь выйти впереди, но, к сожалению, не получается. Меня Хэв немного оттормаживает, и у нас тут впереди происходит контакт. У нас разворачивает болид Альфа Ромео, из-за чего у нас происходят контакты, и выходит машина безопасности. Я очень сильно, на самом деле, замедлился в этот момент, и в меня еще въехал снежок, из-за чего нам дали по 5 секунд штрафа, который мы будем отбывать на пит-стопах. Плюс к этому я еще и доломал окончательно крыло снежку. Но главная проблема — это именно штрафы в 5 секунд, которые просто могут решить многое, ведь снять я их уже не смогу, потому что мне в любом случае надо будет заезжать на пит-стоп. В конце третьего круга у нас дается рестарт, в принципе, рестарт неплохой, человек начал разгоняться еще в середине прямой, по итогу мы имеем преимущество над остальным пилотоном, наша топ-шестерка, так сказать. Вот, и теперь моя самая главная задача была это удержаться за топ-четверкой и плюс еще оторваться от позади идущего Вильямса, но в принципе по темпу я знал то, что от Вильямса я смогу оторваться. Самый главный был вопрос для меня, смогу ли я удержаться за данной четверкой и, может быть, навязать даже борьбу за четвертую там или третью даже позицию. За первую позицию, честно, я уже даже не претендовал бороться, как я думаю, и все пилоты, которые ехали данную гонку, потому что заменой в Racing Point у нас был очень быстрый пилот Арсен. Если кто смотрит видео Ярна Акмира по ОРЛ, те видели его ник, когда он управлял Red Bull'ом. И, соответственно, если он едет в ОРЛ в достаточно высоком сплите, значит, он очень быстро едет. И, в принципе, в гонке так оно и было. Он просто начинает уже сразу же после рестарта отрываться, там где-то даже полсекунды до Лавраня у него преимущество. Ну и потихоньку, да, мы начинаем, конечно, отрываться от всего остального пилотона, но лидер начинает отрываться просто от нас. Вначале еще также стрима у меня из этого побомбило, потому что заявка на его замену вывесилась только за 1,5 часа до начала гонки. Ну, это уже вопрос к руководству лиги, а даже конкретно к регламенту замен, которого по сути нету. Что же, впереди у нас Твайлайт сражается с Хевеном. Твайлайт по итогу проходит Хевен, занимает третью позицию. И я понимал то, что за счет этой борьбы у меня есть возможность спокойно удержаться этими пилотами. Но в этот момент, конечно же, Лавранио начинает уже отрываться от нашей тройки, что очень плохо, потому что, ну, тем самым вторая позиция просто уедет вперед. Конечно же, меня в большей части грузило то, что у меня 5 секунд штрафа, и даже если удержусь за ребятами, а в принципе по темпу у меня без проблем получается удержаться за ними, я просру эти 5 секунд до них, и мне как-то придется до них ехать, возвращаться, не знаю, что делать, ну, либо же просто надеяться на какой-нибудь там сейфти-кар. В общем, надо было рассчитывать на любое чудо.
Вот, но самая главная задача оставалась, опять же, удержаться за ребятами. Слава богу, от Вильямса я в этот момент уже отъехал на одну секунду. Соответственно, ДРС он не получается, соответственно, он будет очень быстро и уверенно отваливаться от меня. Я, конечно же, начинал еще отваливаться от ребят впереди, потому что они начинали борьбу и активно юзали ЕРС. Конечно, да, по моему количеству ЕРС тоже не скажу, что я его не использую. 40%, то есть, ну, на выходах из поворотов скоростных я пытался его использовать, чтобы, ну, поравняться по скорости. Хэв у нас возвращает третью позицию, проходит Вайлта. Лоранио в этот момент уже оторвался, наверное, на 8 или 9 десятых, если не на секунду от нас. Ну, а Арсен, он просто едет уже далеко. 12-й круг, это у нас едет бот, человек, который вышел. Почему-то бот успел выехать, и теперь бот искал место, где он сможет остановиться, чтобы завершить эту гонку. 12-й круг стал для меня роковым. И, собственно, вот почему. Меня сносят на выходе из поворота, потому что я немного рано начал давать мощности. Меня снесло, конечно, не так уж прям жестко, но потерял я 4 секунды до Твайлета, плюс 5 секунд, итого, ну, за хорошую очень позицию побороться я уже могу забыть даже. То есть теперь самое главное сохранить хоть какую-то позицию в очковой зоне. Вот, и плюс, да, надо было уже думать также о пидстопе. Мы, конечно же, первые два круга проехали за СК, но, в принципе, на 14-15 кругу надо было заезжать уже за медиумом и уже гонку тошнить, так сказать, на нем. Также надо было еще помнить про людей, которые едут наоборот на медиум софте. И, соответственно, они под конец поедут намного быстрее, чем мы. И да, надо было об этом обязательно помнить. Что же, потихоньку я начал камбэчить, сразу же оторвался от позади идущего Red Bull, который шел тут на медиуме. В принципе, за один круг смог сделать отрыв в секунду. То есть софт, в принципе, вот меня держался. На 14 кругу я заезжаю в боксы, потому что вижу, что впереди ребята решили заехать. Я решил тоже в этот момент заехать. Хотя на самом деле, может быть, и стоило все-таки один круг еще подождать, потому что софты были, в принципе, еще в хорошей кондиции. То есть медиум я не проигрывал, в принципе. Я, наоборот, даже отъехал от человека за один круг буквально. Ну и что же, пидстоп, 5 секунд штрафа, я теперь стою на месте, и только потом мои механики начинают меня ремонтировать, ну, точнее, менять мне резину. Выезжаем, мы, естественно, в жопе, ну, вторая десятка еще не делала пидстопы, и теперь смотрим, нас прошел киллер, который сделал андеркат и перешел на хард, то есть, соответственно, он нам особо не противник, потому что разница в резине большая, ну и по темпу, в принципе, я точно буду быстрее него. До Твайлта был в тот момент 7,5 секунд, то есть 1,5 секунды я отыграл, может быть, за счет пидстопа, может быть, еще чего-нибудь, но если бы я не развернулся и не эти 5 секунд, возможно, я бы был там в борьбе с Твайлтом за позицию и был бы даже, скорее всего, впереди него немного. Примерно с этого момента начинается уже вторая часть гонки, так сказать. Я догоняю Килью потихоньку, стараюсь его где-то обогнать побыстрее, потому что позади меня уже ребята, которые поменяли свой медиум на софт и начинают очень быстро накатывать. Это Кистет, Мирандикс, и также еще позади был Снежок. Килью я без проблем обхожу на старт финишной прямой. В поворотах у меня есть преимущество по механическому зацепу за счет резины. И, соответственно, я могу раньше нажимать на газ. Да, дальше у него будет преимущество в виде ДРСа. Я пытаюсь выжать по максимуму из своей кнопки. У Килли тоже заканчивается кнопка, как можно заметить, по времени он особо меня не догоняет, только десятку скинул на прямой. Тут же Кистет ныряет вовнутрь в четвертом повороте, конечно же, я не особо был доволен этим мувом, но окей, я могу его понять, он не хочет сейчас терять времени, хочет как можно быстрее пройти меня. Также потом у меня проходит Мирандикс, я его просто банально пускаю, потому что, ну, бороться против софтов мне никакого нет смысла, особенно против Мирандикса, который намного быстрее меня. Теперь позади меня ехал уже Снежок. И, соответственно, я понял то, что еще и эту позицию я проиграю и откачусь уже на 10-ю позицию, что как-то, ну, на самом деле, очень и очень печально. Да, у Мирандикса 5 секунд штрафа, но вопрос, не отъедет ли он за это время, пока он будет ехать, потому что софты у них только, ну, третий круг начался, может быть, четвертый у кого-то. И, соответственно, ну, я теряю по темпу намного больше, нежели они сейчас. Собственно, да, 10-я, ну, уже 9-я позиция, потому что, опять же, заехали в боксы. И, соответственно, да, очки, конечно же, никакущие. Ну и по итогу, да, потом я просто ехал за парой пилотов Кистеда и Снежка. Они поборолись за 6-ю позицию, Снежок смог пройти Кистеда. Я пытался, конечно же, к ним приблизиться и навязать также борьбу, но, к сожалению, мы потеряли в темпе одинаково в плане резины. Да, софт, может быть, чуть быстрее уходил, но медиум тоже не
вечный, и он кончается в один момент. И на самом деле я посмотрел там по трансляции тоже Мирандикса, у него к 34-му кругу даже не было 60% резины в этот момент. Хотя я думал на самом деле то, что софты уйдут уже, наверное, к кругу 34-му, и на последних двух кругах ребятам на софтах будет очень и очень тяжко. Но, как оказалось, ни хрена. Ну и по итогу, да. Едем мы так дальше, до самого финиша. Навязать борьбу я никак не могу Кистеду. Вот, и по итогу лишь 8-я позиция. И да, если бы, конечно же, я не получил этот штраф в 5 секунд, и меня бы не развернуло тогда на 14, ой, на 12 кругу, все бы сложилось намного и намного иначе. Но, к сожалению, имеем, что имеем. 8-я позиция, обидно, печально, досадно, как-то вот... Под конец сезон начал не складываться, мягко говоря. То есть, ну, Франция еще более-менее по позиции, но вот Бразилия прям вообще. По итогу смотрим, отставание у меня 32 секунды от лидера. Третье место осталось тоже на 22 секунды, и как раз-таки 10 секунд я потерял. Соответственно, я был бы где-нибудь, ну, четвертым, либо пятым, и мог, может быть, побороться даже за третью позицию. Ну, а так, да, имеем, что имеем. На этом все, ребят. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и... Эту субботу пройдет последний этап лиги ПКТ в Японии, так что обязательно приходите на стрим, который будет в 8 часов по московскому времени. На этом точно все. Обязательно еще, ребят, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Надеюсь, мы начнем наконец-то делать их, а не только стримить. Ну и все, пока-пока и удачи.